Здравствуйте, это Илья Ильин. Если вы помните, там у меня было видео, где я вам рассказывал о парфюмерии, как отличить подделку. Значит, вот я вам показываю, как выглядит настоящая туалетная вода. Ну, вот это моя любимая вода. Мне недавно ее подарили. Значит, вот смотрите, на что вы должны обратить внимание в первую очередь. Это на упаковку. Видите, здесь не кисточкой заклеено, а здесь четко запаяно машиной. Ровненькие треугольники, вот эти вот по краям. Четкая линия. То же самое и внизу. Видите, очень аккуратненькая пайка. Кроме этого, тут пишется, что это произведено в Италии. Здесь штрих-код, который соответствует Италии. То есть обязательно это соответствие должно присутствовать. Дальше. Сама, вот слышите, я вращаю коробку, сама бутылка там сидит очень прочно, она не болтается там как камень какой-то. Это тоже фактор такой. Значит, все буковки, видите, вот как крупные, так и помельче, так и совсем мелкие буквы, они видны четко. Если, конечно, это делают, подделывают парфюмерию, то за этим они следить не будут. То есть все надписи легко читаемые. Кроме этого, я хотел еще один момент вам рассказать. Дело, да, и вот видите, клеёночка вот эта, тут нету ничего лишнего. То есть фирма-производитель, она, когда работает, они не могут, как говорится, допускать, чтобы у них уходил лишний материал, потому что это все делает продукцию дороже. И еще есть один момент. Значит, вот, например, такая же самая парфюмерия может выпускаться на заводах в Дубае. Я не знаю, как сказать, подделка это или не подделка. Скорее всего, не подделка. И вероятнее всего, что вот то, что та парфюмерия, которая здесь на Украине есть, вероятнее всего, что она именно оттуда вот и везется, потому что там очень низкие цены, здесь завозится, и здесь уже она продается дороже. Поэтому это не является подделкой, это делается с согласия фирмы, разработчика, первоначального производителя. И я думаю, что этим также можно пользоваться и за это не переживать. Вот. Ну, в принципе, вот, наверное, все, что я вам хотел сказать. Вот такое вот сегодня видео. Вот так вот. Значит, на этом всего вам доброго. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите. С удовольствием на них отвечу. До свидания.